Друзья, всем привет! С вами снова интернет-магазин Antilife.com.ua. Перед вами модель под названием JQ8. Это модель, которая одна из первых получила настоящий восьмиядерный процессор MTK6592. Сейчас эта модель перед вами. Давайте посмотрим, что это за смартфон. Разберемся, что у него с комплектацией и с техническими характеристиками. Поставляется эта модель вот в такой вот коробке. Коробка мне напоминает по внешнему виду продукты от GAU, GAU G4, G5, поставлялись именно в таких коробках. На удивление мое, в коробке было довольно-таки много всего интересного. Во-первых, с телефоном поставляется два аккумулятора. Один аккумулятор в телефоне, другой аккумулятор вот в комплекте. Емкость этих аккумуляторов 2600. Оригинальная пленка под этот размер. Идет гарнитура вакуумная. Идет зарядка с кабелем USB. Зарядка оригинальная, Jake. И вот такой вот чехол-книжка. Интересный и прикольный довольно-таки. Сама модель поставляется пока что только в белом цвете, то есть черного варианта я в руках не держал. Итак, давайте рассмотрим, из чего же состоит этот смартфон JQ8. Сзади у нас идет крышка глянцевая, остаются отпечатки пальцев на таких крышках, есть логотип JQ, есть камера заявлена на 13 мегапикселей, есть вспышка и решетка под динамик. Также есть стилус, который выдвигается. Об этом потом чуть позже расскажу. Спереди смартфон имеет 6-дюймовый дисплей. Экран защищен стеклышком, которое не царапается. Есть три кнопки спереди. Две из них сенсорных — меню «Домой» и механическая кнопка «Home». Также эта кнопка может будить наше устройство после блокировки. Сверху идет динамик, идет датчик приближения, датчик освещения и фронтальная камера. С этой грани у нас есть кнопка включения и выключения. Сверху у нас есть разъем под наушники стандартные 3,5 мм. Микрофон второй. С этой грани у нас качелька громкости вверх-вниз. Снизу у нас стилус наш, динамик и USB разъем для подключения к компьютеру или для зарядки. Сам смартфон по внешнему виду как бы полностью копируют модели от Samsung, то есть Samsung Note 2, Note 3, Samsung Mega, вот эти все модели эта модель повторяет. Сама сборка мне понравилась, нигде ничего не люфтит, не скрипит, никаких тут нюансов в этом плане нету. Есть нюансы, что я так думаю, мое предположение, возможно, я не прав, я встречал уже такие модели с такими корпусами, ну вот, возможно, в будущем вот этот вот тачскрин, вот это стеклышко немножко будет ходить. Вот эти вот уголки будут ходить в этом корпусе. Все везде из пластика, это тоже пластик, просто немножко покрашен он. Так смартфон внешне довольно-таки достоин. 6 дюймов экран. Большой смартфон. Конечно же, самым основным достоинством модели JQ8 является его 8-ядерный настоящий процессор. Давайте сразу же начнем технический обзор с программки Antutu, сколько набирает данная модель баллов. А набирает она 27 тысяч, это очень классный показатель, если сравнивать его с другими моделями. Так, я делал несколько раз тесты. В общем, хочу сказать, что вот такой вот показатель 27 тысяч чем-то, это практически показатель Samsung Galaxy S4, то есть флагман прошлогодний, который считался супер производительным и гласным. Итак, что мы видим? MTK6592, у нас графический ускоритель Mali-450MP, разрешение дисплея не Full HD, здесь обычное HD разрешение 1280 на 720. 13-мегапиксельная камера, 2 гигабайта оперативки, 16 встроенной, есть разъем под карточку microSD, видим мы 8 ядер MTK6592, частота работы 728-1664, то есть здесь обычный 6592, не разогнанный.
мультитач, фронтальная камера на 5 мегапикселей и тому подобное. Так, давайте посмотрим, какие результаты у нас показывали такие программки, как Nanomark. Nanomark у нас показывал 56 FPS. Это классный результат. То есть это значит, что все современные игры на любой графике должны идти на этом устройстве без проблем. Также я тестировал через программку Epic Citadel. Epic Citadel у меня тоже показал свыше 50 FPS. Это тоже, в принципе, хороший показатель. Ага, у меня сбился этот тест. Ну, в общем, 50 FPS он у меня показывал, свыше. Что касается количества точек касания на экран. Давайте зайдем в Antutu Tester. Здесь их 10. Вот этому подтверждение. Программа Z-Device Test поможет нам посмотреть, какие же датчики есть в этом устройстве. Итак, из того, что я тестировал и уже проверял на работоспособность. GPS, Wi-Fi, Bluetooth, акселерометр, компаса здесь нету. Есть датчик приближения, датчик освещения, есть довольно-таки слабенькая вспышка, гироскопов и каких-то таких пространственных датчиков посерьезнее здесь нет. Прошивка у смартфона JQ8 в принципе, мне понравилась. Она полностью на русском языке. Она стилизирована так под самсунговский софт. Основные настройки здесь отображаются вот таким вот образом. Что у нас здесь есть интересно? Во-первых, интересно то, что есть у нас датчик движения. Вот его можно, скажем так, включить, в каких разделах он будет работать. Также у нас есть выбор индикатора подсветки, то есть пропущенные, допустим, смски или там входящие вызова, чтобы он показывал эти все моменты. Также есть у нас выбор вот этого окна быстродействия, которое для кого-то будет удобным, для кого-то не очень. Мне эта функция нравится, убирается, включается она вот здесь. То есть это все стандартно. Далее идет память, батарейка, какой-то там аккаунт, вот эти все GPS настройки и информация о телефоне. Прошивка здесь у нас стоит 4.2.2 Android. Он стандартный, никаких тут нюансов нету. В принципе, смартфон работает с этой прошивкой довольно-таки шустро. Мне в этом плане все понравилось. Одним из самых важных моментов любого смартфона, по моему мнению, является экран. Здесь шикарный 6-дюймовый IPS экран с разрешением HD 1280 на 720 точек. Экран мне понравился. Он яркий, сочный, такой насыщенный, передает все цвета очень хорошо, но, скажем так, есть и у него нюансы, то есть углы обзора хорошие, углы обзора и отсюда, и тут хорошо, но я заметил, что такой тип матрицы, вот, допустим, когда, чтобы вы, скажем так, смогли ощутить, вот на белом фоне, когда телефон держишь вот так вот, если заходить с этого угла и смотреть, то картинка желтеет. Если заходить с этого угла, то картинка синеет. То есть так нормально, вот так вот синеет, и так тоже нормально. И уже сюда идет желтее. То же самое отсюда, и то же самое вот отсюда картинка синеет. То есть, ну, вот такая вот матрица в этом смартфоне. То есть, это не те матрицы, не того уровня матрицы, допустим, как у того же Zoppo 980, у которого шикарнейший экран, или тот же iOcean X7. Ну, это я сравниваю с теми моделями, с теми смартфонами, которые я непосредственно держал в руках. Что касается звука в этом смартфоне, немножко был разочарован, мне не совсем понравился звук, который издает JQ8. Звук мне не понравился как в наушниках, так и просто через внешний динамик. То есть, если я, например, беру такую модель, как, например, Lenovo K900, я понимаю, что действительно стоит крутой
звуковой чип, и я просто наслаждаюсь этими звуками, то здесь, скорее всего, как и в любом другом ноунейме, по сути дела, эта вот модель, это как раз самый настоящий ноунейм, звук обычный, без каких-либо таких интересных частот, ни баса как такового нету. В наушниках я когда слушал, то на максимальной громкости, даже как будто, вот знаете, как звук запирает, чуть-чуть ниже ставишь, и звук начинает быть хоть каким-то нормальным, скажем так. Видео. Давайте продемонстрирую, как работает этот смартфон с видео. В принципе, запускает он любые форматы, так как процессор здесь отличный, современный, новый. Всем привет! С вами Александр, интернет-магазин. Вот это максимальная громкость. То есть, ну, в принципе, звук стандартный. Если как-то не углубляться в эти все нюансы, если не придираться к этому, то все, в принципе, работает отлично. И также давайте, допустим, продемонстрирую вам вот этот вот ролик. Тут музыка. То есть смартфон большой, фильм можно посмотреть с удовольствием, одеть наушники и насладиться. Другой вопрос уже, хватит ли вам аккумулятора на это все дело, но об этом чуть-чуть попозже. Одним из самых важных моментов лично для меня является производительность этого смартфона, так как Jake V8 это второй мой смартфон MTK6592, который я держу в руках. Первый был TCL T100S, который на меня оставил такое не слишком хорошее впечатление. Это вот модель вторая. И мне было очень интересно посмотреть, как же запускаются современные игры. И поэтому посмотрим об этом. Итак, D-Trigger 2. Графика у нас максимальная, которую только можно выставить. И, допустим, давайте попробуем запустить тур. Во-первых, хочу сказать, что все, скажем так, туры в современных игрушек запускаются максимально быстро на этом устройстве. Это меня порадовало значительно. Итак, вот такая вот у нас графика. Как вы можете видеть, игрушка идет на максимальных настройках, максимально хорошо, ничего нигде не тупит, абсолютно играбельно. Единственное, что хочу сказать, что я уже встречал, скажем так, такой нюанс негативный у смартфонов, в смартфонах. В общем, рассказываю. В стрелялках, вот, например, как и в этой модели, когда я, допустим, играю и, допустим, бегу, тут управляю этим пальцем, тут управляю этим, и, допустим, начинаю клацать, выбирать этот другое направление, этот палец у меня как будто сбрасывается. То есть, ну, мне это не нравится. Вот смотрите, я держу. В общем, тут будет сложно показать, но это действительно так. Когда бежишь, и потом перевернулся, там уклонился куда-то, и вот этот палец просто сбрасывается. Мне это не понравилось. Я смотрел у других обзорщиков, так ли это, может, мне какой-то брак попался. Ну, как всегда, пытался проверить информацию на максимум. Я посмотрел, что это абсолютно у всех такое есть, замечено было. Поэтому вот так вот. NFS Most Wanted, который глючит, наверное, на абсолютном большинстве смартфонов китайцев, что на MTK6589, что я тестил на TCL T100S, эта игра у меня глючила везде. В данном смартфоне игрушка идет так, как идет она на Xiaomi Mi 3, то есть нигде никаких глюков, все максимально четко, с максимальной графикой, эффекты, размытие, то есть просто играешь и наслаждаешься. Asphalt 8 по-прежнему графика у меня не выставляется на максимум, показываю на таких настройках и объясню. Мне в комментариях писали, что якобы у меня старая версия игрушки, которая установлена, установи с 4PDA новую. Я пытался найти эту версию, но все файлы
которое нужно скачать, чтобы установить. Они какие-то битые. В общем, у меня ничего не получилось на данный момент, поэтому показываю Asphalt 8 вот просто вот такой, какой он есть сейчас, с такими настройками. Ну, здесь ничего нигде не тупит, абсолютно, даже на заставке все идеально. Ну, на низких настройках было бы грех ему тупить просто-напросто. В общем, здесь все классно, все играет отлично. Пару слов хочу рассказать вам о GPS. Для меня GPS в этой модели отличный, никаких нареканий я сказать не могу. Я тестирую и через инженерное меню, и через программку Navitail, и через GPS-тест. Спутники ловят быстро, все хорошо, все в этом плане отлично. Если вам нужен GPS, обязательно покупайте эту модель. И как всегда, одно из основных вниманий своих я уделяю в смартфоне, конечно же, аккумулятору. Тем более после того, как я тестил THL TestOS, у которого аккумулятор просто, скажем, отвратительный был на той прошивке, на которой я его тестировал. В общем, какие тесты у меня получились здесь? Сейчас по порядку вам все расскажу. Во-первых, Antutu Tester у меня показал 437 баллов. Я вам скажу так, это откровенно мало, если сравнивать модели таких же размеров с процессором на процессоре MTK6589. Те модели на том процессоре показывали значительно лучшие результаты. Далее я его разрядил в режиме игры с максимальной яркостью, само собой. Все как всегда, Epic Citadel, и вы видите 2 часа. Далее я его разрядил за 3 часа 15 минут, это было видео, до 9%. В принципе, я заметил, что аккумулятор здесь в плане того, что скачков вот этих вот нету, он хорош. То есть, ну, может быть, до 3 часов 30 минут я бы дотянул. Хочу сказать, что, ну, не супер это классный результат, я думал больше, что будет, то есть я даже не знаю, вот этот вот аккумулятор на 2600, он здесь действительно такой, или он на самом деле меньше, или это вот уже нужно говорить о энергосбережении, или плохом энергосбережении на процессоре MTK6592. Не знаю по поводу этого, буду тестировать еще модели, и потом попозже сделаю вам об этом вывод. Также хотел вам рассказать по поводу камер в этом смартфоне. Заявлено производителем, что камера здесь на 13 мегапикселей основная и на 5 мегапикселей фронтальная. Если на 5 мегапикселей камера еще куда ни шло действительно, то 13-мегапиксельная основная камера, она, ну, никак не 13-мегапиксельная, она мылит, она не хочет фокусироваться вдаль. То есть мне камера не понравилась, я пытался сфотографировать просто вот стандартный такой момент, это лист с текстом. Я толком не смог его сфотографировать. Мне понадобилось светить на листик лампы, чтобы было идеальное освещение. И то вы видите, какое качество фотографии получилось у меня. Я, если честно, этим очень недоволен. Здесь у меня качество получилось чуть-чуть лучше, но тоже очень-очень плохо. Видео записывает в формате Full HD, здесь ничего особенного нету, я запишу и выложу рядышком возле данного видео. В итоге, друзья, что же мы имеем? Jake V8 это смартфон с новой начинкой, с 8-ядерным процессором MTK6592. Это смартфон с хорошим экраном, как по мне, с хорошей оптимизацией всех вот этих вот игр, приложений, программ. Смартфон мне не понравился, как он звучит, мне не понравилась камера в нем, и мне не понравился вот этот вот глюк с тачем. Возможно, нужно играться с прошивками, нужно играться там с какими-то настройками, но вот что я вам скажу. Jake V8 это типичная модель No Name. Это не Zoppo, это не THL, это не GIU даже, это не UMI. Именно поэтому на данный момент это одна из самых дешевых моделей на процессоре MTK6592. Если вы покупаете
такие модели, если вы отдаете предпочтение не Zoppo, а вот, например, JQ8, будьте готовы, что вы не получите того качества, как вы бы получили в том же Zoppo. То есть, по факту мы видим хороший среднячок с нормальным аккумулятором, с посредственной камерой, с хорошим процессором. Мне экран нравится в этом смартфоне. Именно поэтому для вас и снимаю я честные обзоры. Я не рассказывал, что эта модель идеальная, что это самый лучший смартфон, что рвет всех и вся. Нет, это не так. Нужно здраво, четко подходить к делу и понимать, что вы покупаете. По корпусу нареканий мне никаких. Собран смартфон очень хорошо. Экран мне тоже нравится. На этом буду заканчивать. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Едет очень-очень много восьмиядерников. Буду тестить, буду проверять, буду вылаживать для вас честные, реальные, правдивые обзоры. Буду оговаривать мою точку зрения. Ставьте лайки, кому понравилось. Всего доброго.